Curtea a considerat că dispozițiile penale în vigoare cu privire la infracțiunea de abuz împotrivite sunt formulate în sens larg și în termeni vagi. Pe de altă parte, Ministerul Justiției a anunțat tot joi programul dezbaterilor publice privind modificarea și completarea dispozițiilor din codul penal referitoare la abuzul în serviciu. سرانی هجا و خوشیز کرتی حوالکان من تشکش کردن تا حوالکانی دمو ایواره رسن باشو بختور بند. Постановлением Госсовета КНР и отмечается ежегодно. КНР стала первой в мире страной, ведущий праздник, посвященный защите земель. Этот день более чем актуален в Китае, где ощущается недостаток плодородных земель. В КНР производство зерна на душу населения составляет 1/5 от объема канаты. Производство хлопка на душу населения – треть от США. Хотя Китай находится на третьем месте в мире
По размерам территории площадь земли на душу населения здесь составляет лишь треть от среднемирового показателя. По площади пахотных земель страна на втором месте в мире, но в пересчете на душу населения всего лишь на 67-м. Более того, перед Китаем остро стоит проблема эрозии и загрязнения почв. В отдельных регионах не развита ирригация. По состоянию на начало 2016 года площадь пахотных земель в КНР составляла порядка 150 миллионов гектаров, около 2 миллиардов 25 миллионов му. В одних регионах она сократилась на 300 тысяч гектаров, около 4 миллионов 500 тысяч му, из-за застройки пахотных земель и стихийных бедствий. В других выросла на 233 тысячи гектаров, примерно 3 миллиона 510 тысяч му, благодаря мерам по защите и восстановлению пашин. Так или иначе, площадь пахотных земель в стране сократилась почти на 70 тысяч гектаров, примерно 990 тысяч му. Проведение Всекитайского дня почв призвано привлечь пристальное внимание общества и властей к необходимости охраны национальных земельных ресурсов, которые страна продолжает терять. Напомним, что ежегодно 25 июня в Китае отмечается День почв. В истории. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Слово на сегодня. Пенчонг. Музыкальные колокола. За музыку ты слушаешь? Какое необычное звучание у этого инструмента? Это бенджонг или музыкальные колокола. Бенджонг – очень древний китайский музыкальный инструмент. Совсем не удивительно, что ты его не узнал. Какой у него красивый и переливчатый звук. Бенджонг – это комплект бронзовых или медных колоколов разного размера. В древности в Китае он был одним из самых главных музыкальных инструментов. Его история насчитывает более 3000 лет. Похоже, я начинаю припоминать, что раньше в музее видел бенджун. По-моему, он состоит из нескольких рядов больших бубенцев. Интересное сравнение. Я помню, что каждый колокол в этом музейном бенджун имел необычную овальную форму, как будто сложили вместе две черепицы. Да, в этой форме как раз и заключены чудесные свойства бенджун. На лицевой и боковой сторонах каждого колокола есть два особых места, по которым во время игры ударяют деревянными молоточками. В результате каждый колокол издает два разных звука. Представляешь, какой высокий технологический уровень литья существовал в Древнем Китае? Получается, что две ударные зоны колокола – это как черные клавиши на пианино? Верно. В древности бенджун был символом власти и аристократических привилегий. Его имели только император и высшая власть. А ты знаешь про самый известный в Китае бенджун? Да, самый знаменитый бенджун был обнаружен в 1978 году в провинции Хубэй на могиле цзянского князя И, который жил в эпоху воюющих царств. Этот бенджун состоит из 65 бронзовых колоколов. У него широкий диапазон звучания, составляющий 5 октав, отличный тембр и чистый звук. Его тональность схожа с современной мажорной гаммой. На нем можно исполнять самые разные мелодии. Этот бенджун называют одним из чудес культурной истории человечества. А ты знаешь, Слава, сейчас в павильоне «Городские следы» на Экспо 2010 в Шанхае проходят выступления группы
группой художников из музея провинции Хубэй. Они тоже играют на бенджо. А я как раз через несколько дней поеду в Шанхай, так что обязательно туда схожу. لكنها تأتي عندما يتم اختبارك بحق وعندما تتعرض لبعض الضربات وبعض الإحباطات وتشعر بالحزن والألم لأنك لا يمكن أبدا أن تشعر بروعة وجودك في قمم الجبال ما لم تكن في أسفل الوديان.
وقال أمين معلوف: على المرء إذا كان غنيا بالذهب أو بالمعرفة أن يراعي فقر الآخرين. وقال تشارلز كينغزلي: اجعلها عادة كل ليلة ألا تنام إلا إذا استطعت أن تجعل شخصا واحدا ممن قابلت ذلك had brave generals and wise ministers, but Shu had only a small territory and a small fighting force. وعلى عنواننا الإلكتروني arab@rri.ro كما نرحب باتصالاتكم الهاتفية على الرقم التالي 00402130301268. هنا بوخارست صوت رومانيا العالمي.省政府法制办就河南省老年人权益保障条例修订草案征求意见稿公开征求意见，从家庭赡养、社会保障、法律责任等方面保障老人老有所养、老有所乐。人们注意到，在这份征求意见稿中提出凡Thank you.